Да, и если вы этого не сделаете, то вам будет больно, и вы буквально умрете. Посмотрите, насколько велика эта штука по сравнению с вами, Лили. Это фритюрница для индейки и аквариум с омарами. Большие деньги, большие омары. О боже мой, на мне нет фартука. Эта штука очень массивная. Чувак, внутри сочленения, наверное, больше мяса, чем в целом крабе. Чувак, я правильно понял? Нам нужно съесть эту штуку. Да, мы собираемся поесть. Вот это. Братан, на второй раз, да, я пошел за этим мимо тебя, чувак. Какого черта? Так что да, мы собираемся это съесть. Как ты собираешься это приготовить? Это просто потрясающе. Это для вас, ребята. Правда? Да, да. О боже. Именно об этом я и говорю, братан. Мне очень жаль. Я начинаю это ненавидеть. Я не собираюсь лгать, ребята. Я не думал, что этот парень позволит нам съесть эту штуку. Посмотрите, какая она большая. Дело в том, что Фарли должен вытащить ее оттуда. Чувак. Давайте же. Тебе нужно вылезти из аквариума, братан. Давайте же. Братан, ты собираешься стать ютубером, братан? Братан, вперед. Да, это наш друг Фарли Гай. Он скоро собирается создать свой канал. Так что давайте прямо сейчас. Продолжайте. Да, я готов на все 100%. Ребята, если он вытащит нас из аквариума, вам придется подписаться на нашего друга Фарли, ребята. Вы должны подписаться вперед, вам нужно схватить его за клешни, иначе вы умрете. Вам следует подержать эту зажигалку. Это было круто. Да, 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 именно так, чтобы вы могли ее видеть. Давайте опустим этот резервуар. Братан, нет, 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 ты не можешь пошевелиться, потому что она полна воды. Ты умрешь, мы все умрем, если ты прикоснешься к резервуару. Йоу, ты можешь дотянуться до него. Вот, возьмись за правую лапу и просто подними его. У тебя получится, братан. Эй, братан, у тебя получится. Не бойся. Боже мой. У тебя получится, братан. Просто возьмись за него. Нет, на нем нет никаких накладок. На нем нет никаких накладок, братан. Как у меня. Как у меня и моего брата, братан. Добро пожаловать в нашу жизнь, дружище. Хочешь стать ютубером, братан? Просто возьмись за него. Ты хочешь стать ютубером? Просто возьмись за него, братан. Боже мой, он что, покакал? Он просто покакал. Что-то такое. Смотри, он немного покакал. Кажется, это моя кожа. Ты должен это сделать, братан. Тебе не обязательно это делать. Да, ты должен это сделать. Каковы шансы, что меня действительно укусят? Тебя могут сильно покалечить. Просто будь осторожен. Будь осторожен. У тебя получится. Возьмись за него сзади. Просто будь осторожен. У тебя получится. У тебя получится. Ты станешь ютубером, братан. Тебе нужно привыкнуть к таким вещам. Вот что. Мы делаем это каждый день, братан. Давай я просто проверю. Давай я просто проверю. Этот парень сейчас умрет. Иди сюда. Нет, возьми его, братан. Да, ты хочешь стать ютубером? Я просто хочу кое-что проверить. Ты, смотри, что ты делаешь с этим. Да, давай посмотрим, сколько времени тебе понадобится, чтобы среагировать. Да, он был в коробке, братан. Он не двигается. Он холодный. Да, смотри, ты молодец, братан. Ты молодец. Просто возьми его, потому что ты хочешь стать самым популярным ютубером. У тебя пока нет подписчиков. Ты даже не создал канал, а у него меньше всего подписчиков. Возьми его прямо за клешнями. Да, вот здесь. Да, и если ты этого не сделаешь, он тебя ущипнет, и ты буквально умрешь. Что ты сказал? Я просто предупреждаю тебя. Я что, правда умру? Нет, ты не умрешь. Ты не умрешь, но тебе отрубят палец. Да, тебе не нужен этот чертов молоток. Просто возьми его, просто возьми его, просто возьми его, просто возьми его. Понял. У тебя получится. Все подпишутся на тебя, если ты возьмешь эту штуку. Возьми ее. Возьми ее. Это первый. Он весь вспотел. Он весь вспотел. Посмотри на его волосы. Посмотри на них. Посмотри на эту липкую ленту. Возьми ее, возьми ее. Просто возьми ее. Да, за клешнями. Прямо за клешнями. Второй, третий. Могу я взять один, а потом другой? Да, сначала возьми один, а потом другой. Да, хорошо. Да, вот так. Теперь возьми другую клешню. Вот так. Теперь возьми другую клешню. Возьми за другую клешню. Возьми за другую клешню. Да, теперь ты полностью контролируешь ситуацию, когда берешь ее. Ты сделал это. Ты сделал это, чувак. Вытащи его из аквариума. О боже, пол выглядит не очень. Положи его в раковину. Да, положи его в раковину. Боже мой, чувак, эта штука огромная. Ты нас так напугал, что мы подумали, что ты действительно собираешься оставить ее в аквариуме. Я подумал, что за черт? Это же не домашнее животное. Это буквально наша еда. Все в порядке, так что да, это была хорошая идея, поместить его в резервуар, чтобы он оставался влажным. Да, да. Пока мы ждали этого чувака, покажи им, что ты делал. О боже мой. Чувак, я знаю, посмотри на все масла, которые он использует для этой штуки. О боже мой! Это ты, а не я. Братан, ну масла много, но его недостаточно для омара. Здесь омары, братан. Что ты собираешься делать? Вы согласны? На самом деле у меня на улице жарится индейка. Что именно? Приготовишь? Уходи отсюда, братишка. Тем не менее, это отличная идея. Чувак, на самом деле, чувак, эта штука находится слишком близко к моему заду, если ты понимаешь, о чем я говорю. Джоуи, какого черта? Чувак, ладно, так что же ты делаешь? Это индейка. О боже мой. Это грандиозно. Да. Чувак. Тебе стоит пойти вперед и положить индейку. Индейку. Да. Да, да. Да, и лобстер у вас такой большой, что вам, ребята, придется использовать фритюрницу для индейки. Ладно, наполняй его, наполняй, братан. Омар жарится в индейке.
Что вы там делаете? Вы здесь выгуливаете собак, братан. Это. Размер этой штуки, подними ее повыше, подними повыше, братан. Подними эту штуку повыше, чувак. О боже мой, это просто смешно. О боже мой, именно с этой стороны меня тошнит от того, что она вся красная и все такое прочее. Черт возьми. Так что мы собираемся выбросить эту штуку. На вас тоже есть Супермен. О, сделайте эти кудряшки Фарли. У вас получится. Покажи им кудряшки для девочек, детка. Лобстер и кудряшки, братан. Посмотри, какая большая эта штука по сравнению с тобой, Лили. Наконец-то у нее получилось. Она умирала от желания пойти и посмотреть, что у нас сегодня получилось. Только взгляните на этот размер. Подожди, подожди. Ты ростом примерно 158 сантиметров. Да. Эта штука огромная. Нет, прижми ее к груди, подними. Боже мой, она огромная. Она просто огромная, ребята. Она огромная. Я готова есть, но сначала нужно взвеситься. Отлично. Сейчас мы взвесим тебя. Если ты не против, давай начнем. Хорошо. Так, без Амара. Теперь осторожно. Она встает на весы, нажимает на них, нажимает сильнее. Сейчас мы узнаем, сколько ты весишь. Готова? Она весит 57 килограммов и 0,1 унции. Теперь возьми Ларри. Хорошо, Ларри. Снова так же, как ты его держала. И мы просто вычтем вес Ларри из твоего веса. Хорошо. И тогда мы узнаем. Подожди, 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 не нажимай. Не нажимай. Нажми. Ладно, теперь подождем. Подождем. Давай. 136,8 с Ларри. Ты весила 57,1. Если посчитать, то получается 136,8 минус 57,1. Это определенно должен быть Амар весом в 12 фунтов. Боже мой, ребята, это безумие. Итак, время пришло. Давайте возьмем Зака и Фарли, а потом поставим эту штуку вариться. Ты готова? Я готова, я готова. Ты готова? Не знаю, не знаю. Ладно, осторожно, он горячий. Не надо. Осторожно. Давай. Ладно, бросай эту штуку, чувак. Чувак. Это дикий омар. Он пытался схватить его этой штукой. Это будет что-то сумасшедшее. Осторожно. Дружище, да. Готов? Да, я готов, чувак. Боже мой, держи его, держи, держи еще раз. Давай, давай, давай. Я просто думаю, что сейчас это выглядит так безумно. Просто это выглядит так безумно. Все ли сходится? Заправьте это, заправьте это, заправьте это. Заправьте это. О, оно мне подходит. Только посмотрите на это. Как мило. Братишка, братишка, заправьте эти коготки, братишка. О, кипящая вода еще никогда не выглядела такой чистой. Фритюрница для индейки, аквариум с омарами. Это безумие. Чувак, это уже похоже на хрустящую корочку. О боже, всего лишь небольшой ожог третьей степени. Никаких проблем. Мы оставим все как есть. Смотрите, с ним все в порядке. Хорошо, давайте подожжем его и смажем маслом. Это большие омары, очень вкусные. Ой! Ладно, неважно, я просто уйду. Спасибо вам. Посмотрите на лицо Марли. Все в порядке, ребята. Так что пришло время. Все готово на 100%. Вот это да, вот это да. А да, братан. Посмотрите на размер этой штуки. Чувак, она просто огромная. Посмотрите, какая огромная вся эта штука. Подойдите ближе, чувак. Она просто огромная. Это целая бройлерная индейка. Так что же вы собираетесь делать? Вам нужно поднять эту штуку, а потом. Положите это сюда. Да. Воспользуйтесь одним из них. Я собираюсь пойти вперед и взять что-нибудь. Вот, пожалуйста. Это большая старая палка. И просто возьмите его в руки. Вот оно, вот оно. Мне это не нужно. Большие мускулы, большие мускулы, большие омары. Ох. Будьте осторожны. Да, я очень осторожен. Продолжайте. Вот оно. Прямо здесь, как вы можете видеть, горит свет. О боже мой. Это нереально. Чувак, это нереально. Это нереально. Значит, ты собираешься дать этому остыть? Да, я собираюсь дать ему остыть, наверное, минут 5. Пусть оно продолжает готовиться, потому что оно очень-очень горячее. Да, это выглядит довольно сексуально, чувак. Мы собираемся этим заняться. Чувак, посмотри на это. Пахнет вкусно. Я так рад, чувак. Боже мой, большие креветки, большие лобстеры. Что у вас там происходит? Боже мой, чувак. Это просто смешно. Большое масло, большие лобстеры. Давай, давай. Боже мой. О, лобстер. О, чесночное масло. Боже мой. Шеф-повар Джоуи Салам. Ты готов поплавать, дружище? О! О! О, Ларри. Ларри нет. Один еще остался. О, вот он. Посмотри на размер. Чувак, это просто невероятно. У Ларри течет. Это просто дико, братан. Большие лобстеры, маленькие головы. Честно говоря, это просто смешно. Братан! Ладно, так что? Ладно, я хочу сделать вот так. Эй, ребята, остановитесь. Ладно, так что? Это, мы все здесь, я не знаю. О боже мой! Посмотри на размер этих лобстеров. Это просто невероятно. Ларри, что ты делаешь? Подожди, подожди, подожди. О боже мой, я не надела фартук. Разбей его. Без проблем. Хорошо.
Вот этот. О, вот этот. О, боже мой. О, боже мой. Я только что обрызгалась. Посмотри на это. Вау. Боже мой. Посмотри на это. Посмотри на размер этой клешни. Она просто огромная. О, боже мой. Это? С ума сойти. Я знаю. Оператор. Девушка-оператор. О, боже мой. Ребята, вы в порядке? Что я тебе сделала? Ну это. Тебе нужны защитные очки. О, боже. Боже мой. Посмотри на это мясо. О, черт. Чувак, это просто невероятно. Подожди. Еще один. О. Боже мой. Ладно, Бобби. Ладно, ладно, Бобби. Посмотри на это. Давай. Посмотри на это мясо. Я имею в виду, возьми кусочек. Давай. Вы попали под брызги на мы сейчас в прямом эфире, братан. Вы попали под брызги на Фарли Фарли. Давай, садись с другой стороны рядом с Джоуи. Ох. Так оно и есть. Братан, открой эту штуку. Что это вы, ребята, едите, словно ходячие мертвецы? Сливочное масло просто тонет в сливочном масле. Боже мой, вкусно ли это? Что? Да? Боже мой. Неужели это так вкусно? Открой это, покажи всю суть этого блюда. Открой это, чувак. О боже, о боже, о боже. О, боже мой. Чувак, большие омары, большое мясо. Вкусное мясо. Боже мой, чувак, я должен сломаться. Вот это. Чувак, я знаю, что мальчик с камерой не ест. Нет, нет, я должен. Я должен подождать. Остерегайтесь второго. Будьте осторожны. Будьте осторожны. О, будьте осторожны. Все кончено. О, он настоящий. Я думаю, что у меня получилось. Я думаю, вы тоже это поняли. После всего этого вы можете засунуть всю свою руку в эту клешню. Чувак. Это просто дико. Только посмотрите на это. Ох, я понял. У вас получилось. Это настоящий мужчина. У вас большие когти. Очень большие когти. Это не входит в программу. Это просто смешно. Время поджимает. Давайте уйдем. О да, чувак, какая хорошая идея с ножницами. О, боже мой. Чувак, убери свой хвост. Он у него есть. Боже мой, чувак. Это отвратительная штука. Он очень большой. Это серьезная штука. Выглядит аппетитно. А да. Я немного повозился с этой штукой, чувак. Двумя руками, двумя руками. Вот так, пожалуйста. О, боже мой. О, мускулистый мужчина, удар по мускулам. Ох. Только посмотрите на это. Чувак. Это просто потрясающе. Не хотите ли кусочек ячменя? Чувак. Что? Я не хочу быть похожим на монстра. Чувак, это выглядит просто потрясающе. Здесь так много мяса. Это просто безумие. Только посмотрите на это. Вытащите эту штуку. Боже мой, это просто безумие. Столько мяса. Столько мяса во рту. Как ты себя чувствуешь? 15 фунтов мяса. Это же очень много. Боже мой. Это просто невероятно, чувак. Мы сейчас все это съедим. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Мы сейчас будем ужинать. Увидимся на следующем кулинарном шоу. Кулинарное шоу. Это мы. Підпишись на наш канал, підтримуй український контент.